В самом любимом месте отдыха большинства жителей муниципалитета в Центральном парке города Видное состоялся праздник для многодетных семей, который приурочили к 90-летию Ленинского района. Инициатором семейного мероприятия стала общественная организация «Наше будущее». Когда мы встречаемся в большом составе, всегда это интересно. Мы обмениваемся между собой какими-то вехами в жизни. Всегда это интересно, когда много людей, хороший праздничный день, хорошая погода. Некоторые мальчишки и девчонки, как, например, Полина Самсонова, подготовили в честь праздничного мероприятия стихи. А живем мы видным, в краюшке забитым. Ведь хорошо жить, дружить, любить, мечтать. Сосны ели, высота, не уеду никуда. Для всех многодетных семей работали аттракционы, на которых можно было покататься совершенно бесплатно. Но ключевым моментом этого дня стал флешмоб, в котором приняли участие мамы и дети. Под веселую музыку у них получилось образовать несколько слаженных фигур, одной из которых оказалась юбилейная цифра. Очень интересно, весело, здорово. Детишки и покатались вроде, и вот погуляли, получили шарики. Впечатление как бы есть. Эти праздники необходимы, во-первых, для детей. Дети здесь знакомятся, мамы тоже знакомятся. Но окончание лета, как бы это хороший повод, это заряд на весь учебный год. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем организаторам этого праздника. Очень приятно прийти в наш городской парк. И так все сложилось, замечательная погода, деток, очень-очень много деток пришло, все красивые, нарядные. Мероприятие действительно получилось настоящим семейным праздником. Хорошие впечатления остались у всех его участников, которых объединяют их большие и дружные семьи. У каждой семьи своя радость, у многодетных, что всегда веселье, всегда шум, гам, некогда скучать, всегда весело, всегда найдут чем заняться взрослым. А в завершении мероприятия организаторы праздника вручили детям небольшие памятные подарки. Татьяна Брылова, Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.